Ребятулики, всем привет, мои дорогие, всех приветствую на своем канале, друзья, я просто в шоке. Посмотрите, какую огромную редкую книгу я купил, «Атлас офицера». Ребята, у меня шок от ее состояния, от цены. Когда я вам скажу цену, вы будете тоже в шоке, как и я. Я реально не верю, не верил своим глазам, не верил ушам, что эта книга может столько стоить. Она иллюстрированная. Здесь, ну, просто, я не знаю, все собрано, все страницы на месте. Здесь вот такой вот атлас, карты. Ребята, я, конечно, не знаю, эмоции меня переполняют. Потому что, зная, сколько они стоят, вот, посмотрите на сохран, посмотрите на эту книгу, огромную, она весит, наверное, килограмма 4, если не 5. Вот так она выглядит. Обалдеть. Ну, ребятки, и теперь цена. Значит, стояла она 1000 гривен, я ее купил за 400 гривен, представьте. Обалдеть вообще, как такие книги могут продавать за 400 гривен? Вот что такое мега удача. Кто разбирается, тот поддержит меня комментариями. Потому что, ребята, это поистине шедевр, который я буду продавать минимум 1500, это минимум. Ну все, ребятулики, ставьте лайкосы.